Сегодняшний день для меня прям очень важен. На самом деле, долго его ждал, долго готовился, думал, как что будет, как что пройдет, волновался. И сейчас продолжаю волноваться. Все самое светлое и доброе, что может быть в жизни, для меня это сегодняшний день. Все пройдет по плану, и все будут довольны. Главное, чтобы были довольны мной. Альбина, она просто лучше всех. Она у меня самая красивая, самая умная, самая добрая. Она понимает меня. У нас с ней схожие интересы. Нас это очень сближает. Он добрый, он понимающий, он любящий, он сильный, он умный, он самый лучший. Значит, будьте счастливы, любите друг друга, значит, и радуйте, так сказать, всех окружающих и нас, родителей, в первую очередь. Не бывает счастливой семьи без любви, и не бывает настоящей любви без верности. Поэтому три слова – семья, любовь и верность – пусть гармонично сочетаются в вашей жизни.